Сейчас мы напишем портрет. Очередная фотосессия, удачная фотография. На сей раз я смочу холст с белилами, мокро с белилами, разбавителем. Вот такая мокрятина белил, очень разжиженных. Белила нужны только для того, чтобы смоченность холста не улетучилась по мере улетучивания самого разбавителя. Белила их удержишь. И немножечко распределю до равномерного состояния. То есть мокренький холст уже есть. В этот мокренький холст можно на разбавителе, можно на тройнике, можно на масле. Начинаю набирать. Изумрудное. Охра красная или английская красная. Набираю фоновое пятно с некой динамикой штриха. Здесь примерно будет лицо, волосы. Я и его тоже чуть-чуть припачкиваю для того, чтобы потом добрать высветление. Так голова будет сразу в этой среде зеленоватой, красноватой. И подмешается это вещество, подмешается к тем оранжевостям, которые придут уже цвета лица. Краплак можно брать вместе с изумрудкой. Лиственную среду вот такими крупными мазочками набираю. Сухость холста была преодолена, и поэтому мазочки достаточно акварельно входят один в другой. Можно даже некие продреси оставлять, которые будут создавать некий эффект воздуха. Динамика и ритм штриха создает эффект импрессионистического, экспрессионистического исполнения. И достаточно прозрачно тряпка укладывает мазочки. Вы видите, даже лиственный слой. Уже появляются намеки на листья. Можно в данном случае разбавитель прямо подлить на палитру к уже имеющимся замесам и использовать их мокрость с помощью разбавителя. Вы видите, мазочки как бы устремлены стайками. Они как будто бы метнулись по холсту. Сейчас уже и желтый добавлю.
Причем тем же местом тряпки, плотная фигушка тряпки. Добираю разные цветики, они все немножечко перемешиваются, создается выгодная игра. Видите, даже сам характер мазочка интересный. Он вроде как похож на кистевый, но при этом другой по своему настроению. Как бы и плашмя, и ребром, тряпки формируются листья. В данном случае листья ивы. Видите, и плашмя, и ребром. Так, а вот для личика и волос возьму другую тряпку. Или другой фрагмент, даже сказать, тряпки. Большая тряпка не нужна. Вот у меня в руках некий стандартный мой кусок тряпки. Я его делю пополам. И вот этого достаточно, чтобы работать с лицом. Делаю из него фигушку. И этой фигушкой сейчас буду набирать. Основные цветики. Личико оранжевит. Оранжевит в пользу розового. Поэтому краплак, охра и желтый. И вот искомый цвет лица. Штришочек наношу по направлению цилиндра. Цилиндр головы. Цилиндр. Тряпка распределяет умное количество краски на холст, с которой будет удобно работать. Бирюзовый и краплак дадут мощную черноту волосам. Можно к ним плюс коричневый. И холодность укладки, холодность цвета несколько уйдет. Поскольку лицо смотрит в эту сторону, голова, вернее, повернута в эту сторону, то мы создаем больше пространства перед лицом и меньше пространства за лицом. Вот я вижу, что прямо на середину формата, на пересечении диагоналей находится кончик носа. К нему удобно привязаться, поскольку от середины легче будет искать место расположения. Итак, кончик носа, вдоль кончика проходит теневая волос дальнего, дальней части лица. Голова нависает над грудью. В данном случае я взял ультрамарин и заложу теневую часть одежды.
пальцем можно набирать. Краски тряпка закладывает умное количество, ни большое, ни малое. В этом вязком слое удобно, удобно гонять краску тоже с этим ритмом. Ритмом штриха. И английскую красную вот сейчас я подобрал. Ее удобно закладывать. Смотрите, зеленые оттенки в теневой здорово звучат. Оранжевые, розовые, красные и даже зеленые. Посмотрите, тельце уже мигает световыми зайчиками. На палитре периодически подготавливаем площадки для чистых замесов. Смотрите, черты лица я пока еще не торопился укладывать, а пока играю со светом и тенью на шаре головы. Краплак и кадмий задействую губочкам. Поскольку есть эта солнечная засвеченность лица, то губки прямо горят. Ну или выгодно, чтобы они горели. Намек на щель между губочками. Краплак и коричневый. Для глазика. Относительно переносится глазик набираем. Кистью я сейчас не набираю, потому что палец делает более приблизительные укладки, и мне легче будет искать образ. В приблизительном искать образ легче, чем в жестком рисунке. Ну а туда, куда не пролезет палец, пройдет кисть. Белочек не набираем чистым белым. Чуть-чуть охринка,
чуть-чуть голубинка. И только бликующую часть белочка можно дополнить, и то недочистыми белилами. Сейчас дал в полную меру яркость света. Свет имеет эпицентр, этот зайчик света имеет эпицентр в этом месте и подрезает нос и вытягивает нос из плоскости лица. И рассеивается здесь. Рефлексы света несколько ломают представление о форме, то есть мигательно, даже в неожиданных местах появляются. Но если мы честно срисуем напряжение тона, то есть степени темности, то увидите, что будет в любом случае ощущение формы решено. Изумрудная по-прежнему они для темных партий на волосах. Для глубокости цвета волос можно задействовать мастихин. Вот такая удавленность краски создает очень черный глухой черный, даже как бы пронзительно черный цвет. И некую чистенькость волос.
коричневый, красный. Ну, в смысле, розовый краплак. Красным для световых. Мерцание на волосах. Охра с красным и, наконец, охра в разбеле. В нашей картиночке, кроме портрета, есть еще листья, заслоняющие лицо. Прежде чем их положить, я их обозначу. Это листья ивы. Я их обозначу вырезанием. Вы видите, как удобно это состоялось. И кистью внесу цвет. Причем не торопясь закрашиваю. Смотрите, я иногда даже пользуюсь тем подкладочным цветом, который остался после вырезания. То есть он чуть-чуть подмешивается и вместе с продресью создает красивый оттенок. Теневые проявления листьев могут даже синить. Вы видите, как я деликатничаю, укладывая листья. Нет, чтобы закрасить. Я только подкрашиваю веществом, наблюдая, не получается ли красивая цветовая и световая завязка. Тональность света и тональность тени на веточку.
поскольку здесь свет, и он же чуть-чуть сияет или должен сиять. На пространство вокруг себя. Сейчас немножко поправим рисунок. Характер мазочков несколько рубленый. То есть это же рубленность в фоновом пятне, и соблюдая традиции рубленности, использую это и на личике. И в общем-то оно достаточно красиво ломанно лепится. Носик мощно нависает над губками, поэтому поправляю здесь. И вы видите, потихонечку уточнение приводит к результату. Рефлексики от светлых, от отраженных мест на теневую часть лица. Смотрите, вот нечаянно произошел голубоватый всплеск света. Его можно оставить, потому что он красиво произошел. Всюду стараюсь оставить вот этот подкладочный слой, некоторые
плотности накладываю и подкладочный сохраняю. Мощные густые мазочки будут чередоваться. Мало того, вы видите ритм мазочков по ширине чередуется с ритмом мазочков по высоте. То есть висячая ива, а подкладку я делаю в другом ритме, ритме горизонтальном. На картине, ой, на фотографии нет столько красного, сколько я сейчас закладываю. Но красный антипод зеленого и вместе с зеленым создает красивую цветовую, красивое цветовое напряжение. Поэтому я так навязываю идею красного. Особенно в теневые места, в глубокие места. Итак, вы бережете в подобных случаях и подкладочный слой, который был набран тряпкой. Чистый цвет, вы видите, приходит как некий фонарик цвета. Мигательно, солнечно.
идею дальнего, там вода за у нас за этими деревьями, и эта же вода в некотором смысле создает идею воздуха. Синька дает идею воздуха. Поэтому прямо навязчивые синие немного подбрасываю, куда они бы просились. Сказать точно, что вот в эти места или в те другие не могу. Ну вот как если бы они просились в эти места. Ну скажем, здесь темность зелени подразумевает сильную тень. Значит, здесь мог бы разместиться синий, поскольку тень в солнечный день синит. Вот такая игра пятен. И игра ритмов. Ритмы по горизонтали, ритмы по вертикали. Глазик темен, зрачок, но при этом не настолько темен, поскольку подвержен окружению солнечного зайчика. Поэтому все темности здесь будут сдержаны. То есть не черно. Который заслоняет и губочку, и носик, я все-таки чуть-чуть приотодвинул, чтобы он не так заслонял. Блик в глазочке, в радужке, и
может еще блик начинать свой путь от белка. На белке чуть-чуть блик и в радужке. Устраивает, что здесь не так светло, как в районе Личика, от того, что я прошелся притемнением. Поэтому я, наверное, это притемнение чуть-чуть оставлю и даже оставлю светиться чистый холст. Это по-своему тоже некоторый шик письма, когда художник оставляет чистый холст в таком эскизном, набросковом исполнении. Напоминаю, что свет теплый, поэтому делаем его с охринкой. Теневую пришли и варианты рефлексов, то есть это будет и голубизна, например, цирулиума. И охрочка, и краснотики.
несмотря на то, что там контрасты, тоновые контрасты, я эти контрасты сбиваю, поскольку они не относятся к чему-то ответственному, важному в картине, и мне зачем быть такими ядовитыми. Пусть будут мягкими и тающими в пространстве. Собью слишком рыхлый характер. Этих мазков. Напряженные места и мутные места, чередуясь, создают красивую игру. Поэтому используйте это в своей живописи. Не забывайте о том, что красивые контрасты теплого и холодного, напряженного и расплывчатого. Еще предстоит пописать это в одиночестве, для того, чтобы уточнить, может быть, свежим взглядом, когда посмотрю, улучшить какие-то моменты. Ну, я думаю, что вы общую идею портрета увидели, и мы сейчас с вами расстанемся. До следующей задачи. Не знаю, по-моему, хороший нежный портретик произошел. Все это происходит у нас на творческой даче в Переславле, куда я вас всех приглашаю навещать нас и с целью уроков, и с целью пописать в этом прекрасном месте. Здесь просто Франция, но только русская. Русская Франция в Переславле.
Ладно, если долго можно уточнять, улучшать, на том все-таки закончим сегодня. Приезжайте.